Погода серая. Делать нечего, света нет. А я не причесанный, как проснулся и не причесался вообще. Вот я пришел на балкон. Там цветочки у нас растут. Вот я стол сделал, сейчас он под клеенкой. Там под столом всякое разное, инструменты лежат. Вот. Вот у меня еще есть такая вот штука. Все хочу этот софтбокс сделать, или как он там называется, свет, короче, сделать себе. Такая вот стойка. Я ее кто-то списал с этой самой. Ну, когда я работал в Авгуэсе, там есть фотостудия. И, в общем, кто-то списал, ненужная стала эта стойка, и я себе ее забрал. Вот. Погоды вообще не обещают. Вообще не обещают погоды. Читал в интернете, что начало июля тоже будет дождливым. Короче, как всегда. В прошлом году тоже на День города, не помню, какого он числа в прошлом году был, но на День города в прошлом году тоже был дождь или морось. В общем, погоды не было в прошлом году на День города. Как и на 1 мая тоже не было погоды. Ну вот, как-то так. Сегодня утром на набережной Цесаревича там были соревнования на лодках класса «Дракон». Чего-то какие-то концертные программы на центральной площади, но я фотографии посмотрел в интернете, народу гуляет мало. Погода плохая, поэтому народу мало. В центре гуляет, если судить по фотографиям. Ну и что вам еще рассказать? Вирокс прошел. На Вирокс мне дали аккредитацию. Ну, все, короче, я за бесплатно попал в Мумитроль бар. Снимал концертное выступление с 22 часов до 2 часов ночи. В общем, был также на выставке «Морская», которую открывал Илья Лагутенко, лидер группы «Мумитроль». Вот. Что-то у меня получился этот самый, как у меня там рубрика называлась, «Балконный трёп». Только я уже, ну не балконный, я на самом деле на лоджии нахожусь. В прошлый раз первый пилотный выпуск у меня вышел, уже вышел, короче, можете посмотреть его на канале. «Балконный трёп». Вот, сегодня так вот взял что-то камеру свою старенькую и решил что-то наговорить на камеру. Вот. Фиг его знает, кому это надо, никому это не надо. Вот мои старания, все они проходят как-то зря. Толку от моих стараний нету абсолютно. Вот. Стараешься, что-то бегаешь, снимаешь. Вирокс этот снимал, а никто его не смотрит. Никому это нахрен не надо, походу. Все какие-то лень написать комментарии. Лень поставить лайк или дизлайк. Вот, комментарии никто не пишет толком. Ну вот. Снимаю, стараюсь, но делаю, наверное, потому что мне это нравится. Снимать, монтировать. Но я не виртуоз в монтировании видео, вот так простой монтаж какой-то делаю. Вот. Ну и никому это, оказывается, не надо. 7 с лишним лет каналу «Мой Владивосток». И толку нет. Толку нет. Ну, снимаю видео для истории. Может, через... Если будет существовать YouTube или другие формы, подобные какие-то площадки, на которых можно будет размещать видео,
я буду это делать все, буду по-прежнему снимать, выкладывать. Может быть, когда-нибудь вдруг на каком-нибудь телеканале будут крутить мои видеоролики, какая-нибудь рубрика будет «Старый Владивосток», к примеру, не знаю, как ее там в то время назовут, так, ну, в будущем. Вдруг такая передача выйдет, и куча материала, какой-нибудь человек найдет, и этот материал окажется моим. Вот. Пускай люди посмотрят, каким был город в 2019, 18, 17 и в других годах. Вот. Поэтому я снимаю. Снимаю город, события. Сегодня 29, кажется. 29 сегодня. Июня 2019 года. Балконный трёп на канале «Мой Владивосток». Погоды нет, поэтому никуда не охота. Цвета нет, погоды нет, темно, читать невозможно, к сожалению. Хотя вроде как на балконе-то вроде и светло. Может, сейчас я что-нибудь и почитаю. Метро 2035. Вот. Но ждем свет. Мы ждем свет. По какой причине его отключили в очередной раз? Непонятно. Вспоминаются 90-е годы, когда мы даже был какой-то год, когда мы Новый год как-то был. 95-й, наверное. Когда на Новый год отключили свет. На Новый год, сволочи. Хорошо, мы тогда успели все приготовить. Это был, по-моему, отмечали 95-й год. Народ ходит в куртках, в ветровках, кто-то в кепках. В общем, погоды во Владивостоке нет. Серость, мороси, туманы. Ну ладно, на этом все. Не скажу, что мой балконный трёп сегодняшний был интересен. Ну а если интересен кому-то, мои рассуждения, не связанные, наверное, где-то, ну поставьте лайк, если не трудно. Это вообще легко, просто нажать на лайк или на дизлайк, если не понравилось что-то. Можете написать комментарий, если хотите. Это тоже вроде как несложно, но все вы занятые люди. Занятые люди все. Поэтому комментарий никто не пишет. Я уже не говорю о том, что подписаться на канал «Мой Владивосток» — это так сложно. Вроде у меня канал-то неплохой, дельный, можно сказать, для истории. В общем, как-то так. Ну да, на моем канале не посмеешься, не поугараешь. У меня про город, про Владивосток, про события города все снято. Вот на прошлой неделе, ну я повторюсь, на этой неделе, на этой, во вторник, не помню какое число, прогулялся от зари до Молодежной пешком. В руках была камера, как смог, поснимал. Ну вот, сейчас свет дадут, засяду за монтаж. Но вы уже, наверное, это видео посмотрели. Потому что... В общем, всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем пока, до новых встреч. Это был «Балконный трёп 2.0».